На избирательном участке сельчане поздравляют друг друга с праздником гражданской ответственности. В половине 9 утра участковая избирательная комиссия вся в работе. Проголосовали около 50 жителей Садового. За последние 10 лет такой активности односельчан члены участковой комиссии не припомнят. Столпились, вот особенно на букву, на М, Н. В общем, много очень народа садовцев. Толпа народа была. Но пока еще нет молодых избирателей, наверное, спят. Ждем молодых избирателей, готовы их поздравлять. В Садовом впервые голосуют около 10 человек. Всем приготовили подарки – открытки, ручки и блокноты. В этом году промежуток между выборами всего 3 месяца, поэтому голосующих первый раз меньше, чем обычно, говорят работники участковой комиссии. Проголосовавшие на вопрос, чего ждут от кандидата, за которого отдали голос, отвечают коротко – жизни. От него, как раньше было, хорошо жили. Работал, деньги получал. Дома, квартиру получал, все. А сейчас ничего, только без денег ничего не сделаешь. Пока на участке номер 499 один наблюдатель. Председатель комиссии комментирует, видимо, доверяют. И добавляет, на подсчет голосов, как обычно, приедут наблюдатели от всех кандидатов. Александр Гришаков, Александр Менщиков, Вячеслав Шевчук, телекомпания «Регион-45».